Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. В своем предыдущем видео за 4 дня, где мои маленькие короткие блоги, я показала, настолько все так жарко, что у нас сил не было и желания что-то снимать. Хочу показать вам мои волосы, как они у меня выросли. И видите, я уже как-то научилась сама их укладывать. Ну, я все время же умела, да? Не правда или классно? Сейчас мы собираемся с Настенькой встречаться. Поэтому вот сделала такой себе макияж и быстрее-быстрее бегу. И, кстати, хотела вам сказать, я вчера сделала заказ Yves Rocher, помаду себе такую красивую кораллового цвета, и еще кое-какие мелочи, потом обязательно вам покажу. И, кстати, Yves Rocher продукция очень хорошая, я не делаю рекламу, но просто советую, уже испытала все средства на себе. И вот у меня лайнер от Yves Rocher. Помада сейчас такая жаркая, что у меня был блеск. Я сейчас другую заказала кораллового цвета. Очень довольна я чем? Ацетоном, вообще лаком. Какой у меня лак красивый, маникюр, да? Но еще лучше потом будет, когда отрастут чуть-чуть на ногти. И дезодоры, вот шариковые дезодоры, обалденные. Вообще не сравнить ни с какой продукцией другой. Все, друзья мои, я побежала, но я потом передам. И отдельно каждому привет. Вот я сегодня прочитала комментарии, мне одна подписчица написала, что вы, наверное, ну, неправильно делаете, что называете подписчиков, и не всех. Но, естественно, 10 тысяч подписчиков я никак не могу указать на своем канале, на своем видео. Вы сами поймите, я сказала, что определенно под таким-то видео, чьи комментарии читаю, о том и говорю. Да, я продолжу как-то кусочками напоминать всех, но вы не обижайтесь, я всех вас люблю и целую, и постараюсь. Вот у меня уже список есть, я выписала по другим моим видео, и я, значит, озвучу других моих подписчиц. Пожалуйста, не обижайтесь, вы поймите, что я всех не смогу указать, но все-таки какую-то обратную связь я вам даю, и вам от этого приятно. Не попали вы в этот раз, попадете в другой раз. Ну все, побежала я готовиться, одеваться, пока-пока. А вот и я все собралась. Не надо забывать про дули. Хочу обратить внимание на такой красивый электрон-магазин электрических лампочек, люстр. Очень красивый. И особенно мне понравился парк. Посмотрите, какой красивый, да? И беседка там, можно посидеть. Ну все, я возвращаюсь домой. Посмотрим, что купил Ашкым. Все дела сделали. Такую жару, но все удачно прошло. Ну, в машине, когда кондиционер, не так жарко. Надеюсь, что уже сегодня спала сегодня. Понедельник, жара. Вот посмотрите, какие люстры. Сейчас я его поверну и покажу. Вот, посмотрите, какой красивый магазин. Трехэтажный. Люстрочки. Глаза разбегаются. Так. Как хотела на базар попасть, но, наверное, уже НДР пришел. Базара. Вчера у нас вечером были гости, но они не захотели сниматься на камеру. Одна моя знакомая, мы с ней познакомились год назад, встретились, она сама из Украины, приехала с дочерью, и вот приходили они к нам в гости вчера. Приходила, значит, к нам в гости они, мы попили чаек с пахлавой, они принесли, очень хорошо посидели, но было уже поздно. Вот. Наверное, после 10 они пришли. И вот так прошел мой воскресный день. Дома никуда не поехала. С утра была собрана сумка, но не смогла я попасть на море.
У меня еще неделя напряженной работы, и я потом могу только расслабиться. И обязательно хочу поехать на пароход этот, обязательно что-то придумать. Вот такие вот дела. Посмотрим, что там на базаре у нас на дороге продают, покажу вам. Полторы лиры килограмм. Там вот маслины, салча. Одна теле стоит арбузы. Но я направляюсь домой. Мне не до базара. Тут все тащат в тележки. Ну, у нас тоже есть. А вот наш двор такой красивый. Я всегда показывала вам сверху. А сейчас посмотрите, скворечники даже есть у нас. Не знаю, птички здесь живут или нет. И так очень много их под каждым, почти под каждым, на каждом дереве. Такой вот у нас капыджи. Написано, что природу надо с любовью защищать зеленую. Ну, вот так я так поняла. Надеюсь, Ашкин меня сейчас ждет. Я позвонила, он открыл. Вместе с вами посмотрим на моего Ашкина. А, видите? Ашки, нашел сынашки. Сын базара гитведин базар. Ты не пошел на базар? Не пошел? Пошел гитем. Пошел, не пошел гитем. Пошел, не пошел. Как он сладко разговаривает по-русски. Молодец, по-русски говорит. А ну покажи, Ашкин, что ты там купил. Ой, Ашкин. А? Где салдо? Дур, дур, дур. Не алдин? Матес aldım 2 kilo. Ага. Помидоры. Ondan sonra nektar aldım, şu şeftali aldım, elma nektar. Aldım. Üzüm aldım. Oh, ты молодец. 11 kilo aldım, fazla aldım. 5 liraya düşmüş. Biber fazla aldım. Evet. Bu ne aşkım? O matis. Aha. Sana acayip bir salatalık aldım. Aşkım sen niye yemedin yumurta, ben sana haşlandım. Simital. Там турши чин. Посмотрите, видите, как понравились моему Ашкиму малосольные. Купил 2 кило. Куда я мягкий, как и салаты? Аферинсен, аферинсен. И это взял. Все, какой молодец, Ашким. Ой, молодец. Аферин. Карпуз дал, да? Карпуз алдын, аферин. Ну, ладно. Ого, кач кило, Ашки там? 16 лир. Ашким, кач сен оно дедин? Чух пахали. Пахали? 16 лир оно вар. 16 стоит арбуз. Бу не кадар лимон. 5 лир лимоны. Это бибер. Бу килосу 5 лир. 5 лир. 3 лир фалан вар. Буна 4 лир вар. Ага. Помидоры сколько? Бу, бир танеси 2-3. 2,5 и 2. Ничего. Яблоки, Ашкин, яблоки. 4 лиры яблоки. Это, Ашкин, нектар. Сколько стоит? 4, 5 лир. А персики, персики 4. Это 2 лиры килограмм картошки. 6 лир. И кибучок олмушин 6? Ончики сен учта. А, вот эти хорошие по 6 лир килограмм. Это без косточек. Чегдек лопун, она думает. Эвет, она думает. Она хантели. Ага. И лук, некадар, бирбучук? Бу 1 кило, бу 2 кило. Фиат ордёрум. А, 2 лира, 2 лира. Ага, видите, мы видели по полторы, но он все хорош. Молодец, Ашкым, аферин сен. Видите, вот такой у меня Ашкым, аферин. 90 лир. 90 лир табак такой купи, курит мой муж. Шимди соли джеклер, не Ашким бирак мьор сигара. А, Ашким не. Симит алдам бир тане. Симит он. Юмурта уюздан емедин. А гигос где? Гигос нерде? Бен сана не дедим гигос ал.
Гигосик, ашкем гигос загарал ее. Почему ты забыл нашего мальчика на солнце? Он забыл про гигоса. Я бежала и сказала, говорю, занеси его, пожалуйста. Он забыл про него. Моего мальчика забыл на солнце. В принципе, не на солнышке. Сейчас я его побрызгаю, ничего, приведу в чувство. Ну что, друзья мои, пошла я переодеваться. В душ опять. Гигосик! Гигос! Ты морковку покушал, да? Сейчас тебя поменяю. Я с утра выбежала ж поэтому так. Гигос! Я пришла! Гигос! Он, кстати, спит на этой качельке. Ну все, пошла я. Уважаемые друзья, а сейчас пришло время передачи вам приветом. Я, значит, выписала каждого под видео, какой новостью я хочу поделиться с вами под этим видео, кто написал комментарии, сейчас я каждому передам привет. Я написала список и постараюсь никого не пропустить. Еще раз прошу вас, не обижайтесь, я это делаю, сразу я не могу 10 тысяч подписчиков указать, я вас всех очень люблю и ценю, и уважаю. Как есть, вот чьи комментарии я увидела, вот тем я обязательно передам привет. Начинаем список. Эльмира Аибова, Светлана Клен, Люба Малова, Розита Муф, Сандугаш Абуовна, Лариса Соколова, Ганда Чотчаева, Марина Полищук, Света Джалтаспаева. Всем привет, мои девочки! Продолжаем. Айкен Курмангалиева, Татьяна КН канал, Сони Эксперия, Тахмина Алиева, Абида Рахимова, Азизова Варсеника, Радмила Усманова, Рамиля Д, Елена Шукурбаева, Светлана Овсяникова. Привет, привет, мои девочки! Спасибо вам за все. Советы из Кривбаса. Очень интересный канал. Мой друг-блогер. Мне очень интересно многих советов. Пройдите на ее канал и посмотрите. Галина Тульская, Елена. Спасибо вам большое за ваши теплые пожелания, слова и хорошие комментарии. Валентина Колесникова, Лариса Васильевна, Нарина Афина, Рита Новицкая, Наталья Карпунина, мой бизнес-партнер. Наталья, привет! Успехов тебе и продвижению твоего канала, а также нашему бизнесу. Наталья Ахмедова, Роза Галимзянова. Вот список всех тех, постаралась выписать заранее, чтобы много времени не тратить на это. Всех люблю и целую, всех уважаю, может, не каждому отвечаю, но буду эту рубрику постепенно продолжать и надеюсь, что список будет новый. Ну что, на этом, наверное, буду заканчивать. Если будет что-то интересное, я вам обязательно покажу. И вот мой гигосик рядом здесь. Гигосик рядом со мной. Многие из вас задают вопрос, мне понравились ли соленые огурчики моему мужу. Вот посмотрите, тут почти ничего нету. Они получились почему-то такие хрустящие, я не знаю. Вот у меня уже и перец горький тоже. А вот я приготовила, буду засаливать в этой же воде. Наверное, не буду кипяток делать. Вот просто в рассол. Вот такие огурчики уже срежу им эти попочки, как называют. А сейчас мы идем с Ашкемом кушать. Вот мой ужин. Я сделала очень легкий ужин. Потому что мне некогда было готовить, это мясо уже надоело. Все, и мы решили, уже время 9:30. Посмотрите, сколько время. 9:30. И что у нас на ужин? Вот салат. Ашкему сделала вот яйца так, а я вот решила себе, полила маслом оливковым. Чуть-чуть. И вот это. И мои голубцы. Он сказал, чтобы я их не подогревала. В Турции не подогревают. Почему? Потому что очень многие делают эти постные голубцы. Ну, голубцы, сейчас скажу, меня будет исправлять. На пикник забирают именно в холодном виде. Их поливают лимоном и все. Сейчас он скажет, йогурт нету. Посмотрим. Надо йогурт добавить.
Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.